Сына, ты что, жвачку жуешь? А ну выплюнь немедленно. Ну, мам. Что, мам? Ну, мам, я уже взрослый, что хочу, то и делаю. Ладно, только не забудь ее выкинуть перед сном. Сына, в школу пора. Мама? Быстро в парикмахерскую. Все ведь не так плохо, правда, мам? Приветушки! Да-да, я знаю, ролики на тему волос делали многие, но лично для меня волосы важнейший элемент стиля, который полностью меняет твой образ. И не рассказать о них было бы большим упущением с моей стороны. Погнали! После ситуации со жвачкой я некоторое время ходил лысым, и это не самые лучшие детские воспоминания. Лысая башка, дай пирожка! Держи. Спасибо. Постепенно волосы, конечно же, отросли, но я наотрез отказывался идти в парикмахерскую. И если в детстве длинные волосы не проблема, то с возрастом с ними могут возникнуть некоторые неудобные и крайне нелепые ситуации. К примеру, на работе. Девушка, не могли бы вы мне помочь? Да, дед походу совсем слепой. Ладно, обернусь и максимально мужественным голосом отвечу. Да, что вам? Милая, сделай мне, пожалуйста, две копии. Похоже, дед не только слепой, но и глухой. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Или на прогулке с девушкой. О нет. Эй, девчонки, не хотите познакомиться? Милый, пожалуйста, не надо. Я должен. Игорь? И, к сожалению, такое случалось неоднократно. Хотя, с другой стороны, кто виноват, что у меня такие аппетитные булки? Кстати, все помнят, что такое эмо? По правде говоря, мне нравилась эта субкультура. Мои друзья не разделяли мои вкусы, но я не мог понять, как могут не нравиться эти симпатичные эмо-тяночки. И я был влюблен в одну из них. К сожалению, она совсем не обращала на меня внимания до тех пор, пока я не изменил свой стиль. Привет. Мы с ней начали встречаться, но практически все время она рассказывала, как хочет пирсинг в языке. Изначально я даже хотел сделать об этом ролик, но история нашей любви была очень коротка. Появился парень из соседнего двора, который был как подушка для иголок. И да, у него был пирсинг в языке. У меня просто не было шансов. И чтобы ее вернуть, мне пришлось пробить себе... Ладно, я шучу, ничего я себе не пробивал. Ко мне после этого начала приставать ее толстая подруга, но это уже совсем другая история. Неприятная история. Также на мою прическу очень странно реагируют дети. Привет, малышня. Ну как дела? Ну я пойду. Кстати, дам вам ценный совет. Парикмахера, как и стоматолога, нужно иметь постоянного, иначе получится, как у меня недавно. У вас такие пышные волосы. О, спасибо. И мягкие такие. Угу. И пахнут вкусно. Что? Что? Я говорю вам, как обычно, да? А, ну да, как обычно. Что-то здесь не так. Так, стоп. В смысле, как обычно? Я же здесь в первый раз. Готово. Спасибо. Какую мораль можно вынести из всего этого? Да бог его знает, могу только посоветовать не бояться экспериментировать и успеть попробовать различные прически. И только та, с которой вы будете себя чувствовать комфортнее всего, будет вашей идеальной прической. Спасибочки за просмотр, я понимаю, ролики выходят крайне редко, но то есть веские причины, на которые, я думаю, вам абсолютно насрать. Но в ролике в честь 100 тысяч подписчиков мы обсудим эту тему. Если YouTube перестанет игнорировать мои ролики, я все-таки наберу эти чертовы 100 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на меня в Instagram, вступайте в группу ВК и залетайте в сообщество Вамина. Я там очень часто сижу. Пока.